voices talking in my head made me feel I'm going crazy. Мы сделали это, накачали наш сап. Теперь будем прикреплять плавники и отправимся в плавание. Ну, естественно, сумки, все это я попробую как-то забрать с собой, чтобы здесь ничего не оставлять. Ну что ж, друзья, у нас это получилось. Я вот таким вот образом вещи уложил. Нахожусь здесь, на сапборде, и передаю вам привет! Друзья, я доволен.